сценарию Риты и Наташи девушки-полицейские, которые гонятся за Андреем. Он нарушил правила дорожного движения. Все атрибуты – обстановка, машина, одежда – создали нужную атмосферу. И девушки чувствовали себя как реальные полицейские. Ну, я хочу вам сказать, дорогие мои детишечки, каждый из вас сегодня ответит по заслугам, я так думаю. Самое интересное, что даже Энтони, когда он шел со съемки, с очередной, там, значит, и я только-только одела вот этот костюм, Наташу еще красили, а я сразу ему так ткнула в грудь этой палкой, сказала, усвайся. А он что-то шел, думал о своем. И он настолько растерялся, он поднял глаза, он говорит, я реально. И он что-то попытался сначала объяснить, а потом говорит, господи, это ты, а я была в очках. И он говорит, я реально подумал, что передо мной полицейский. Летает ночь, и прочь уносит меня. Вообще, это довольно опасные съемки. Можно вывалиться из машины. Но я уже привык. Я много делал подобных съемок и на машинах, и на вертолете, и падал. Ну, не с вертолета, конечно. И вообще, когда что-то делаешь со страстью, когда ты весь в процессе, тут уже не до страхов. У меня отличный ассистент, который всегда проверит, в порядке ли ремни безопасности. Съемки опасные. Не чувствуете, что вы можете попасть в аварию? Может быть. Не надо и открывать секретов. Да, да. Кто знает, кто знает. Жизнь такая непредсказуемая штука, что может быть все что угодно. Да, да, да. Я абсолютно сумасшедший в своей работе. Если надо догола раздеться для съемок, я это сделаю без проблем, если это поможет снять хорошие кадры. Я был удивлен, потому что машина моего детства, когда был маленький, у меня были такие игрушки, как раз этот Линкольн Континентал. И я очень доволен, что эта машина здесь в таком хорошем состоянии, и нам ее предоставили для съемок, потому что она как нельзя лучше подходит вот к той роли, которую мы взяли, что вот такой человек в стиле там Джеймса Бонда или там Blues Brothers. Мы выбрали именно эту машину, так как она максимально соответствует стилистике клипа. Вы знаете, именно на такой машине ездил Кеннеди. К тому же владелец этого Линкольна настоящий диджей, так что связь с нашим видео у этого автомобиля уникальная. Вот когда мы проводим сейчас эту съемку, у меня ощущение, что мы формируем очень большую, значительную часть нашей истории. Не просто так, так сказать, выехали покататься на машинах, а что мы создаем некий продукт, который будет людям нравиться. С Энтони мы уже достаточно давно знакомы. Знаком не только я, знаком Андрей Летягин, знаком девушки. И поэтому в процессе вот этого знакомства, в процессе дружбы, в процессе какого-то творческого взаимопонимания мы решили создать и сделать совместное какое-то произведение, в данном случае это музыкальный клип, для того, чтобы попробовать то, что получится именно вот в процессе вот этой вот, скажем, творческой дружбы.